Ола, Майами – город возможностей. Именно в этом контексте я записываю данное видео. И если вы думаете насчет расширения своего бизнеса, насчет выхода в более глубокий, в более полноценный, в самый многообещающий рынок на планете, и это, безусловно, рынок Соединенных Штатов Америки, то город Майами – превосходное место для того, чтобы это сделать. И особенно, если вы работаете в индустрии развлечений. Почему? Да потому что я, как человек, который работает в индустрии развлечений всю жизнь, никогда не видел ничего подобного. Нигде в мире вы больше не найдете такого города. И более того, можно с точностью уверить, что и это невозможно, потому что нигде в мире нет такого среднего чека, нигде в мире нет таких туристических потоков, нигде в мире нет таких огромных кораблей, такого количества гостиниц, в общем-то, такой инфраструктуры, которая работает для того, чтобы люди постоянно приезжали. Уж сколько здесь проводится мероприятий, даже я, который их очень любит и который в этом работает, от них устал. Это самолеты, которые просто удивительно, как они не сбиваются такими бесконечными рядами летая, вертолеты, в общем-то, все кипит, бурлит, плавает, едет, плывет, радуется жизни и, конечно же, нуждается в развлечениях. Поэтому город Майами – это превосходный город для того, чтобы стартовать. И я хочу поделиться своими наработками, мыслями, пониманием, знаниями, тем, чем я могу быть полезным на территории Соединенных Штатов Америки. А помните, я поздоровался с вами вначале не по-английски, а по-испански. Это потому, что везде важна специфика, и у Майами она есть. Потому что здесь очень много туристов из Латинской Америки. Здесь знание испанского языка очень важно. И оно даже может быть важнее, чем знание английского. Да, Америка такая, она разная, и Майами уж тоже имеет свои особенности. Давайте взглянем на... Я сделал такой mind map, который показывает наработки по локациям, по связям, по концепциям, по компетенциям. А я их выделил. Есть пункт разное, который тоже можете посмотреть. Это mind map будет в ссылке под описанием к данному видео. Ну а мы же давайте перейдем к локации. Локация важна в любом бизнесе, особенно в развлечениях. Уж сколько мы на этом, как говорят, собаку съели, да? Потому что сами управляем аттракционами на курортах Краснодарского края, очень понимаем, что значит стать на туристическом потоке, либо стать 3 метров от туристического потока. И неважно совершенно, какие бы вы крутые рекламщики не были, какие бы вы крутые маркетологи не были, живой трафик, который годами к месту привязывается, вы его ничем не замените, никогда и ничем. Поэтому выбор локации – это принципиально важные моменты. И Майами, конечно, город превосходный, туристический поток здесь 10 месяцев в году, а 2 месяца в году можно стабильно работать на многомиллионном локальном потоке этого населения, этого города Майами, который есть. В общем-то, правильное место, правильная выстроенная работа позволит 12 месяцев в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки быть прибыльными. Поэтому есть понимание потоков, есть понимание по локациям, есть контакты, контакты в агентствах недвижимости, связи с риэлторами непосредственно, есть маркетинговые исследования определенных улиц, районов. В общем-то, это все может пригодиться, и имейте в виду, может быть, и здесь мы сможем как-то интегрироваться. Что у нас дальше? Дальше у нас концепция. По концепциям есть реально два чемодана, просто два чемодана. Первый чемодан – это концепции, которые мы прорабатывали в рамках Sky Production. Мы же очень много экспонатов, аттракционов сделали для Кидзани, для Кидопарка, в общем-то, для множества российских парков, которые работают по всей стране. В Хорватию поставляли аттракционы, смотрели российские парки, смотрели, что прет у нас на курортах. В общем-то, есть куча наработок, есть куча идей, есть куча отсмотренных музеев и выборки лучшего, что, значит, сделали за рубежом, что у нас получилось. В общем-то, уникальный микс можно создать и применить в ваших проектах. Вы можете как бы что-то с нами посоветоваться, мы расскажем свое мнение. В общем, это тоже очень важно, имейте в виду. И переходим к следующему разделу, это компетенции. Компетенции – это давайте на них подробнее остановимся, потому что действительно есть практический опыт, это очень важное знание по проектированию, открытию, запуску, коммерческую эксплуатацию, значит, управлению развлекательными центрами, ночными клубами, аттракционами. И фактически то, что мы делаем на курортах Краснодарского края, это все вписывается прямо в Майами, потому что все равно это туристический поток. Да, конечно, средний чек сравнивать нельзя,
но фактически туристы приезжают на тот же промежуток времени с определенными ожиданиями, которые мы понимаем, и мы знаем, как до них донести информацию. Я понимаю латиноамериканцев, то есть все это фактически ложится в опыт, который у нас наработан в Сочи. Плюс ко всему отсутствие языкового барьера. Hablo español un poco, pero entiendo mucho. Speak English. То есть превосходные навыки коммуникации, коммуникативные навыки. Это тоже очень важно, и это тоже нужно иметь в виду. Опыт поставки и монтажа развлекательного оборудования у нас есть зарубежный. Мы и в Таиланд поставляли, и в Хорватию поставляли. Более того, у нас на аттракционы, которые ехали в Хорватию, специально проходили, значит, там проверки в торговом центре, потому что, это Европа, все-таки там повышенные нормы безопасности. И мы прошли все, значит, согласования в самом крупном торговом центре Хорватии, Арена Сентар. Что у нас еще есть? Понятно, что есть опыт создания развлекательной концепции, зон музеев, объекты SkyMaze, собственное производство аттракционов, экспонатов, это тоже очень важно, поэтому рассмотрите, если вдруг вам нужно будет какие-то части сделать, либо полноценные какие-то экспонаты, какие-то декорации, какие-то аттракционы, все это мы можем поставить по очень выгодным ценам, либо поставить какие-то части, здесь что-то купить, в общем-то схем много, тоже имейте в виду. Отличное знание Майами, это есть потенциальные клиенты, как я уже сказал, я турист Flow City, все туристические потоки очень хорошо чувствую, понимаю, знаю, что они хотят и знаю, как им это продать. Есть опыт и работы, и сотрудничества с европейскими и американскими компаниями, более того, привозили в Москву очень много иностранных брендов, в общем-то, есть понимание, как правильно деловые переписки выстраивать, как правильно с ними работу выстраивать, это тоже очень важно, тоже может пригодиться. Пригодится может. Контакты и ресурсы тоже важно, потому что много месяцев я провел в Майами, наработок куча контактов, это и игроки рынка в Орландо, в Майами, это и хозяева, и менеджмент развлекательных заведений, музеев, все это имеется, потому что, конечно же, можно и нужно выстраивать партнерские схемы, трафик один, и его нужно правильно им манипулировать, распределять, делать совместные акции, делать акции с отелями, делать акции с развлекательными центрами, в общем-то, чтобы всем хорошо жилось и чтобы все зарабатывали, а мы, конечно, зарабатывали больше. Есть команда художников, дизайнеров, людей, которые просто горят включиться в работу над каким-то серьезным проектом, стать частью большой команды, сделать что-то большое в жизни, и тоже имейте в виду. Специалисты есть на территории США по запуску бизнеса, это очень важно, с опытом прямо крутых проектов, коммерчески успешных проектов. И, я так накидал, потенциальный инвестор, есть потенциальный инвестор, который тоже готов поучаствовать в развлекательном, в создании развлекательного центра. Мало ли будет какой-то инвестор с вашей стороны, который готов будет поработать с нашим инвестором, можем объединить усилия и вдвоем, так сказать, не так страшно. А может быть, ваш инвестор захочет выступить один. Кто его знает? Мое дело донести. Есть рекомендации по трафику, по бизнес-процессам, есть компании, которые проконсультируют по налогам, и это очень важно на территории Соединенных Штатов Америки. В общем-то, есть все для того, чтобы либо запустить, либо проконсультировать. Я надеюсь, я в кратком резюме своих возможностей, компетенций, вообще того, что происходит в городе Майами, смог вас увлечь, смог какие-то, может быть, даже на вопросы ваши ответить. В любом случае, отвечу на любые вопросы. Обращайтесь, вот слева от видео есть контакты. Контакты будут в описании, майндмэп будут в описании. Пользуйтесь, смотрите, посмотрите, чем я могу быть полезен. Могу с удовольствием стать частью какого-то большого проекта, могу взять на себе решение определенных задач. В любом случае, с удовольствием поучаствую в чем-то большом на территории Соединенных Штатов Америки. Имейте в виду, есть огромный опыт, желание, возможности для того, чтобы все это сделать. Был рад быть вам полезным. See you soon. Bye-bye. Ciao.